Привет, друзья! Меня зовут Ник Черников, и сегодня я хотел бы вам впервые сыграть серьезную песню. Песню о том, что не надо предавать и бросать тех, кто вас любит. Я согрызу тех, кто ко мне сунется. Хоть я слаб и в запасе один удар, но так холодно сегодня на улице, и из пасти моей валит серый пар. Отчего и зачем, я не знаю. Я бегу по шоссе за машинами, моя злость выходит с моим хриплым лай. Ведь так сложно быть нелюбимыми. Иногда мне бросят что-нибудь на пол, но никто из людей не узнает о том, что я когда-то умел и хотел давать лапу и был самым верным на свете псом. Просто мне захотелось свободы, и пьяный запах манил меня. Я выбежал в дверь, наплевав на погоду. Свободу теперь ненавижу я. Если б ты подала мне руку, накормила бы и забрала домой, я убил бы, наверное, каждую суку, что посмеет нарушить твой покой. Что-то мне совсем холодно стало, даже люди расходятся по домам. Но ничего, мне терпеть совсем мало осталось, ведь скоро наступит зима.